давайте разберем боевой инцидент. Группа была подвергнута обстрелу с земли. Один из самолетов получил серьезные повреждения. Вопреки предписанным правилам, пилот отказался катапультироваться. Скажите, насколько это было рисково? Ибраев, ты хороший летчик. Но ты никак не можешь понять главного. Опасность-то кроется в тебе самом. А хотите, я вам город покажу? А я сама экскурсовод. Что ты задумал? Че там виражи выписываешь? Неуставные отношения разводишь. Ты про меня хотя бы подумай, у нас с тобой на двоих одна фамилия. Долетал сам авиатор. Мне из отряда отчислили. Ты военный. Тебя по результату будут судить. Давай быстрее взрослей. Если бы отец был жив, он бы сделал бы точно так же.